Новогодняя ночь в столице – это настоящий праздник, яркое шоу и любимые песни. Так о предстоящем мероприятии рассказывают в столичном управлении культуры. Богатая сюрпризами программа рассчитана на несколько часов и включит в себя много самых разных номеров. Известные всем нам Хибла Мукпа, Авто Канджария, Ильда Кучубери, Саида Габня и другие. То есть достаточно много исполнителей. Вот я должен был, наверное, назвать и среди выше названных еще и Джимми должен быть, потому что Джимми, он любимчик молодежи. И у нас будет сюрпризный момент, вот новогоднюю ночь, уже ближе к завершению. Ну, не совсем хотелось бы раскрывать всех сюрпризных моментов, но зритель, я уверен, что скажет большое спасибо. Любой праздник начинается с декораций, и если главную елку страны все уже успели рассмотреть, то остальные атрибуты нарядного 2017-го еще нет. Сцена на площади Свободы уже установлена, а рядом с ней совсем скоро появятся нарты-великаны. В дополнение к этим аркам и всем остальным украшениям появятся эти фигуры нартов. Он их слепил нам сначала с пластилина, принес, показал. Начальник управления культуры Нала Николаевна Хашиб одобрила, утвердила, она сказала, работайте, можете начинать. То есть фигуры очень понравились, они очень красивые, и в дополнение они будут еще и светиться, так что будет на фоне чего сфотографироваться. Праздничная площадка будет разделена на две зоны. Непосредственно сцену, где будут выступать артисты, и небольшой подиум, с которого жители Апсны с Новым годом сможет поздравить каждый желающий. Очень важно, чтобы на утро 1 января площадь Свободы сохранила именно праздничное настроение, отмечал Тимур Квискири. А для этого важна сознательность каждого гражданина. После распития, ну скажем, бутылки лимонада, ну, не обязательно ее бросать там в парк или на площади, просто ее можно понести, сложить в пакетик, в урну потом. Потому что если нас соберется до 500, допустим, человек, да, и каждый там по полсоринки бросит, уже у нас будет не совсем праздничное настроение. У нас люди сознательные, мы надеемся, что именно так и будет. Певец Артур Лакарба рассказал о поездке в Тамбов для участия в праздничных мероприятиях. По словам артиста, абхазскую делегацию в городе-побратиме приняли очень тепло. А в Сухуми в новогоднюю ночь Артур Лакарба выступит со своей новой песней. Это мы вместе все приехали на концерт, выступили на праздничных мероприятиях. Нас приняли хорошо, мы остались довольны. После чего состоялись круглые столы, встречи с администрациями, с администрацией города. Общались на темы продолжения взаимных связей, на темы взаимных поездок, взаимно, в общем, участвовать друг у друга, то есть, чтобы они участвовали в наших мероприятиях, мы участвовали в их. Мы остались очень довольны поездкой, на самом деле. А на Новый год я выйду со своей новой песней, которая называется «Небеса». Переносить большой праздник ни из-за погоды, ни из-за чего-либо еще в этом году организаторы не собираются, так как опыт показал, главное, чтобы было настроение. Именно оно самое лучшее и будет ждать горожан у главной елки страны после боя курантов. Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.